Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Время летит очень быстро, и уже буквально 16 июля у нас начнется новый каталог. Это будет каталог номер 10 компании Oriflame. И сейчас я вам хочу записать обзор этого каталога и показать продукты, которыми я уже сама пользуюсь, и расскажу вам, в чем их преимущество. Ну что, готовы? Итак. В каталоге номер 10 нас ждет очень много чудесных спецпредложений и акций. И прям первая страница нас встречает шикарной распродажей с ценами от 149 рублей. Здесь представлена часть коллекции из серии чайного дерева, сухой шампунь для волос и один из шикарных продуктов – это очищающий гель для рук «Нежность», который поможет в любой ситуации быстро привести руки в порядок. И я вам хочу показать два продукта, которые у нас сейчас есть. Это сухой шампунь для волос – палочка-выручалочка, то есть если нужно быстро привести волосы в порядок, берете этот шампунь, встряхиваете флакон, вы слышите, он там пересыпается сухой, делаете несколько нажатий спреем на кожу головы, прикорневую часть, поднимая прядки, потом встряхиваете вот так руками волосы, хорошо их разлохмачиваете и расчесываете расчесочкой, то есть даете немножечко высохнуть, счесываете, и ваша прическа выглядит так, как будто вы только что вымыли волосы, привели их в порядок. Конечно, я не рекомендую часто пользоваться этой штукой, но иногда в экстремальных случаях, конечно, это супер, просто вариант. И у нас есть масло чайного дерева, палочка-выручалочка тоже в нашей семье заменяет огромную часть аптечных средств. Мы используем его для борьбы с простудными заболеваниями, для работы с ранками, с укусами, порезами, то есть все, что происходит, ожоги, синяки, все великолепно, можно обрабатывать, угревую сыпь и так далее, и так далее. То есть у масла чайного дерева очень много показаний, я вам рекомендую прям посмотреть в интернете, все, что про него написано, все правда, все работает, и мы им с удовольствием пользуемся, вот один за другим флакончики прям используем. Удобная такая вот, здесь есть крышечка с дозатором, пипеткой, по одной капельке можно накапать столько, сколько вам нужно. Расход у него очень маленький, хватает надолго, но вещь просто вот в хозяйстве необходимая, особенно у кого есть детки. Шикарное средство для умывания, это гель для лица с чайным деревом и салфетки, тоже я их очень люблю, обязательно выпишу, потому что вот недавно ездила в поездку, брала их с собой и они у меня закончились, большая такая хорошая салфетка, 25 штук. Хватает надолго, и за счет того, что она большая и хорошо пропитана, можно буквально ей просто искупаться. На следующей страничке, то есть на следующих двух, нас ждут два новых аромата для него и для нее. Я выписала себе пробник, носила этот аромат несколько дней, очень понравился, обязательно себе выпишу такой парфюм, потому что вот это сочетание такое нежное, женское, то есть цветочно-фруктовый и ванильный аромат, он всегда очень модный, привлекательный и раскрывается очень красивым таким букетом. Мужской аромат. И если вы приобретаете себе один из ароматов, мужской или женский, то обязательно участвуйте в розыгрыше путевки в Кипр. Что нужно сделать? Купить аромат, разместить креативное фото со своим лучшим другом или подругой в своем инстаграм с хэштегом «Ори лучший друг». И расскажите, почему вы считаете вашу дружбу настоящей. И станьте участникам розыгрыша путевки. Я вам желаю всем успехов, и мне, конечно, в том числе. На этой страничке показан очень красивый образ, классная идея, как можно использовать с помощью наших аксессуаров, это сумка в морском стиле, шляпа, как можно сделать свой образ таким летним, воздушным и запоминающимся. А на этой страничке номер 15 нас ждет целая коллекция моих любимых помад. У меня таких помад две. Сейчас вам покажу. Я сразу хочу обратить ваше внимание, понравилась упаковка. Посмотрите, какой стильный, модный дизайн. Помада такая объемная. У меня есть цвет земляничная поляна. Хочу обратить ваше внимание, что цвет на картинке и цвет помады немного отличается. Потому что бумага никогда не сможет передать на 100% цвет. Но в деле, смотрите, цвет очень красив. То есть, да, он очень похож на тот, который показан на губах. На фотографии с губами. И вторая помада — черничные ночи, стильный модный оттенок,
безумно красивый. И, кстати, он в помаде более темный смотрится, а на губах он будет вот таким более светлым. То есть не пугайтесь, что у него такой темный цвет. То есть, чтобы вы знали, как это будет уже в деле. Помада роскошная, лежит на губах великолепно. Такой приятный тонкий аромат. И, конечно же, цветовая палитра разнообразная. На этой странице нас ждут средства, которые помогают сделать кожу идеальной. Прежде чем наносить макияж, нужно привести кожу в порядок. И нам помогает палитра корректирующих, маскирующих средств. Специальная стойкая тональная основа, которая пригодится обладательницам жирной кожи. И пудра компактная. Кстати, обожаю эту пудру. Почему-то я ее не приготовила, но я ей сейчас пользуюсь. Дома я использую рассыпчатую, с собой в дорогу я всегда беру светлый бежевый оттенок. То есть нет, сейчас у меня естественный бежевый. То есть на лето я взяла себе оттенок потемнее, потому что кожа немножко загорела и хочется придать ей более такой темный цвет. На этой страничке у нас стойкие тени карандаш, то есть все для лета, чтобы макияж не поплыл, чтобы красиво смотрелись вы с утра и до позднего вечера. Используйте стойкие тени, они классно идут как отдельные тени, также их можно использовать как базу под сухие тени. Две чудесные туши, посмотрите, какие необычные кисточки. И вот, кстати, тушь инновационная спиральная щеточка мне очень понравилась. Она необыкновенно здорово расчесывает реснички, удлиняет их и подкручивает. А на этой страничке все для бровей. Начиная от расчески щеточки, которая, кстати, классная. Сейчас вам покажу. Вот она у меня есть, эта щеточка. Один в один, как вы видите. Очень удобно. Есть расчесочка для ресниц и щеточка для бровей, чтобы привести их в форму, в порядок. Есть набор трафаретов. Честно, я себе не брала, но у меня брала подруга и сказала, что это очень удобная, классная вещь. И особенно оценили вот эти карандаши. С одной стороны есть белый оттенок, чтобы корректировать бровь, а с другой два оттенка темных. Вот у меня пробовала моя знакомая, она сказала, что это просто чудо, необыкновенно классные такие карандаши. И сейчас очень модно, чтобы брови были более естественные и такие пушистенькие, то есть чтобы реснички выделялись. И в этом вам поможет специальная тушь для бровей с малюсенькой кисточкой, которая классно как раз приводит брови в порядок. А на этой страничке один из моих любимых парфюмов. Как видите, он действительно один из любимых, потому что он практически кончился. А у меня некоторые парфюмы долго не заканчиваются, и только самые классные быстро-быстро уходят. В составе сладкое яблоко, белый гибискус и мускус. На следующей страничке нас ждет бижутерия. Очень интересный комплект, такой состаренный, с камешками, для любительниц чего-то необычного очень подойдет. Особое внимание хочу обратить ваш взор на эту сумку. Здесь она представлена в маленьком формате, но это очень достойная сумка для лета. Она перфорированная, есть косметичка, самое главное, она на молнии и очень качественно и добротно сделана. Приятный, не кипельно-белый, а такой слегка вот затемненный цвет. Настолько красивая сумка. Вот кто любит большие красивые сумки, то рекомендую ее, конечно, заказать. На этой страничке у нас и шляпа, и морская тема раскрывается более глубоко. Конечно, необходимые аксессуары для лета, и чем их больше, тем лучше. И мы с вами добрались до сувенира из Марокко. Почему из Марокко? Потому что в этой серии Элио, это профессиональная, очень богатая по составу серия, используется масло органы. И это очень дорогое масло. Это продукт, который еще с древности используют для того, чтобы привести волосы в порядок. И я обязательно выпишу себе этот комплект, потому что только вот недавно закончился, уже выкинули тюбики, и есть у меня с этой странички расческа. Вот эта расческа один в один. Брала ее не так давно, она у нас появилась.
Я довольна, начиная просто от ощущений, как ее берешь в руки, и как балдеют волосы благодаря массажу, который она делает. А волосы, конечно, я рекомендую расчесывать почаще, потому что массаж головы приводит к тому, что усиливается кровообращение, и волосы крепче сидят на голове, лучше растут и так далее. Немножко юмора, да, всегда полезно. Вау, прям одна страничка лучше другой. Сейчас у меня есть вот такое средство, это гель для душа, и в ванной стоит прям остаточки жидкого мыла, я уж не стала его приносить, но просто хочу показать вам, насколько богатая, красивая упаковка, достойная, выглядит как будто это стекло, на самом деле это пластик. Большой объем, то есть каждый флакон 300 мл, и любимый из этих продуктов это лосьон. Он необыкновенно качественный, просто необыкновенная кожа после использования этого лосьона просто как будто омолаживается на несколько лет и становится такая гладкая, мягенькая и упругая, потому что здесь содержатся натуральные масла. Это лимонная вербена, одна из самых популярных душистых трав у жителей Средиземноморья. То есть эфирное масло вербены, который получается из цветущих побегов, улучшает самочувствие, снимает усталость, раздражительность, поднимает настроение. То есть вот эта серия, она тонизирующая, используется как антидепрессант. То есть с утра пораньше приняли душ, нанесли немножечко лосьона на тело, и весь день будет шикарное, чудесное настроение. Поэтому побалуйте себя такими супер средствами. Следующая страница – это сувенир из Мексики. Здесь нас ждет масло авокадо в составе геля для душа. Даже не гель, это крем для душа смягчающий. Шикарный кусочек мыла. Мыло я вот возьму обязательно много-много кусочков, потому что мыло мы обожаем. И бомба этого каталога, мне кажется, и нужное, и долгожданное, это масло для тела и волос с авокадо. Потому что именно масло, оно сейчас нам просто необходимо. Потому что его можно использовать после душа на всю кожу, которая летом сохнет, да, и питает, защищает кожу от обезвоживания. А кто любит побывать на солнышке, для нас, таких любительниц загара, это просто средство необходимо для того, чтобы восстановить кожный баланс. Также можно использовать на волосы, буквально несколько капелек нанести от середины кончиком, расчесать, не наносить ни в коем случае на кожу головы и на корни, только уже на отросшую часть волос. И локоны станут такие здоровые, блестящие, да, вот тут такой прекрасный вид. Да, шли мы с вами до ножек. Ножки – это главный аксессуар нашей фигуры, для кого-то, да, главный, для кого-то нет, но ножки, они нас носят, мы на них ходим, иногда очень много километров за день, поэтому за ножками нужно ухаживать, не забывайте про них. И здесь у нас представлен крем антиперспирант, шикарная щетка PMZ двухсторонняя, прекрасная щетинка, которая хорошо очистит ноготочки, освежающий крем для ног и освежающий спрей-дезодорант. Этот спрей у меня такой как раз есть, только у меня большой объем, брала раньше в предыдущих каталогах. Я рекомендую этот спрей, потому что у него приятный аромат, прекрасный освежающий эффект, снимает отечность, усталость. И что важно, можно использовать его и на ноги, и в туфельке, через колготочки капроновые наносить. То есть, да, не оставляет никаких следов. Вот такой сувенир из Австралии, потому что здесь у нас с вами эвкалипт. Вот такое классное, шикарное средство. Прям вот рекомендую эту серию. Ручки. Руки всегда на виду, как и лицо. Руки тоже подвержены огромному стрессу, потому что много времени в день мы проводим, особенно девушки, женщины, за мытьем посуды, приборкой. И все это сопряжено тем, что кожа рук сохнет, истончается. И из Индии нам сюда доставили масло сладкого миндаля. Потрясающий концентрированный крем для рук, интенсивный уход. Антивозрастной крем для рук, интенсивный уход. И три чудесные пилочки идут в одном наборе за прекрасную цену. А на этой страничке продукт, который стал моим любимчиком. Такой вот аппарат Skin Pro. Он
удобно, что он в подставке. В основном я пользуюсь массажной насадкой. Как она мне понравилась. Это просто вот высшая степень, во-первых, удовольствие, когда пользуешься этой насадкой, она так вибрирует по коже. Идут такие волны ультразвуковые. И это потрясающий кайф. Но самое главное, я увидела эффект массажный. Моя кожа как будто бы подтянулась, стала более упругой. Я просто в восторге. Но здесь есть еще два продукта, две щеточки. Одна силиконовая, это отшелушивающая вместо скраба. И одна очищающая. То есть с этими щеточками мы используем гель для умывания. Все смывается, щеточки легко меняются одна за другой. Рекомендую такой вот наборчик. Особенно если у вас есть скидка 50% на любой продукт, используйте для того, чтобы побаловать себя потрясающим продуктом, который заменит вам несколько сотен салонных процедур, которые очень дорогостоящие, а у вас дома будет свой домашний такой косметолог. А следующая страничка тоже... уход за кожей, ну уже это комплексный уход. Серия осветляющая Optimals подойдет для девушек и женщин, у кого проблема и появилась пигментация, какая-то, да, высыпание на коже коричневатого цвета. Комплекс натуральных ингредиентов поможет осветлить, защитить кожу, привести ее в порядок и придать ей ровный ухоженный вид. Здесь полная серия, начиная с очищения, тонизирования и разнообразные кремы. Вы можете выбрать для лица в тюбике или в баночке. Обязательно возьмите сыворотку. Есть крем для глаз. И очень удобно то, что есть CC-крем против пигментации с хорошим SPF 20, который поможет продлить, да, пролонгировать действие серии. На следующей страничке у нас продолжается серия Optimals. Здесь несколько у нас средств, которые мы уже с вами пробовали. Кстати, такой гель у нас был, я брала дочери, очень понравился. Мне такие частички приятные, отшелушивающие. Часто я беру себе кремы из серии Optimals для того, чтобы, ну, разнообразить немножечко уход. Мне нравится и в розовой баночке, и в синенькой. И вот у нас вышла новинка, это матирующий ночной крем для жирной кожи. И девочки, у кого жирная кожа, ура! Наконец-то, да, у нас с вами появилась возможность сделать лицо более матовым, спрятать поры, да, сузить их, восстановить баланс жирности, чтобы кожа освежилась. И обратите внимание, при покупке двух цена каждого 279 рублей. То есть вы можете организовать или совместную закупочку с кем-то, или взять, например, два разных средства, одно из этой серии, потому что здесь у нас входит в акцию страница 40-43. То есть мы возвращаемся на 40-ю, то есть начиная с осветляющей серии, и вся эта страничка, любые два средства, может быть, вы возьмете увлажняющий гель для век или сыворотку, или очищающее средство, получите приятную скидку, то есть смотрите по нижней цене. Добрались мы до следующей страницы, здесь у нас идет чудо мицеллярная водичка, мы уже с дочкой оценили, приятный, очень приятный продукт, рекомендую всем. Помните, что мицеллярную воду после использования на коже лица обязательно нужно смыть. И потом использовать тоник, да, какое-то тонизирующее средство. Здесь у нас тоже представлены и сыворотка, тоники, кремы. Подбирайте под свой тип кожи. Серия в такой красивой ярко-розовой упаковке уже предназначена для антивозрастного ухода. То есть больше подойдет уже девушкам плюс 40. Вот мы добрались до моей любимой серии Novage. Это целые несколько комплексов. И я вам покажу тот, которым пользуюсь сейчас сама. Это комплекс Экологен, Novage Экологен. Пенка очищающая. Очень удобно, то, что она с дозатором. Нужно одно нажатие только, чтобы очистить все лицо. Тоник. Тонизирующее средство, тоник, он такой необычный, он густой какой-то, и даже вот, когда им проводишь, он как будто вот вспенивается. Далее сыворотка для лица, которую мы используем каждый день, утром и вечером, не экономим. Мой любимый крем для глаз, сейчас покажу, как он
Почему он мой любимый? Потому что у него есть металлический шарик, и он чудесным образом делает и массаж кожи вокруг глаз, наносит крем тоненьким слоем, ночной крем в баночке, открывать не буду, да, ну, уже там полбаночки у меня. И дневной крем сейчас я использую в тюбике. Летом хочется чего-то полегче. Я вообще очень люблю все средства с дозатором, чтобы не попадали никакие там воздух, микробы. Единственное, что неудобно, не до конца используется крем. Но в любом случае я люблю такую форму. Вот у меня полная серия экологен. Всем рекомендую, потому что это божественный просто уход. Кожа благодарная становится, волшебная просто упругость, красота, сияние кожи. А я считаю, что это очень важно, чтобы кожа чувствовала себя комфортно. Здесь у нас 4 набора. Вы выбираете тот, который вам больше нравится. Посмотрите, какой вы хотите эффект. Например, первая серия в голубой упаковке True Perfection, она придаст коже румяный, такой свежий вид, освежающий. Серия «Экологен», она уже работает с мимическими морщинами. Серия «Ultimate Lift», она очень здорово дает лифтинг-эффект. То есть у кого падает овал лица, то, конечно же, это «Ultimate Lift». И «Time Restore» – это уже регенерация кожи, да, усиленное обновление клеток, потому что клеточки с возрастом медленнее и медленнее обновляются, а коже, конечно, нужно избавляться от старых клеток, чтобы она выглядела более молодой. То есть это идет уже такой мощный омолаживающий уход за кожей. Дополнительные средства. Двухфазный пилинг для обновления кожи. Это шикарная процедура. Я делала ее уже один раз и сейчас планирую повторить. Эффект от нее мне понравился. Кожа заметно омолодилась, освежилась, стал более ровный тон кожи. Это очень здорово. Здесь также есть прессованная тканевая маска для лица. Чем удобно, то что их в упаковке 15 штук. Вы можете взять эту масочку, пропитывать их тоником, да, то есть пропитки у них нет, они сухие. Пропитывать, накладывать на лицо, и масочка будет работать, да, в полной мере. Оставлять ее нужно буквально максимум на 10 минут на коже лица. И далее мы работаем как обычно, то есть протираем лицо тоником, наносим крем. Обратите внимание, SPF 50 – это самый высокий солнцезащитный фильтр, который есть вообще в природе. Если вы увидите на тюбиках больше SPF, это просто рекламный ход. Больше, чем 50, быть просто не может. И у нас есть шикарный крем, как раз в серии Novage с SPF 50. Очень люблю капсулы. Я их называю, что это как коктейль масел концентрированных, которые восстанавливают за ночь. Вот эта маленькая капсулка, там достаточно масла для того, чтобы нанести на всю кожу и шею. И за ночь кожа просто восстанавливается волшебным образом. Когда мы говорим о коже, то очень важно придавать значение защите кожи от негативных внешних факторов. И одним из самых таких серьезных факторов старения кожи – это SPF, да, негативное разрушающий такой момент есть. Хочется, конечно, загорать, выглядеть более такой свежей, румяной. Загорелая кожа всегда смотрится очень красиво, но не рекомендую без защиты вообще выходить на солнышко. И вот у меня есть два продукта, которые, ну, они любимчики у меня. Я всегда беру 25-ку для лица, SPF 25. Маленький флакончик, но мне на сезон его хватает. Я не загораю очень часто, стараюсь беречься от солнышка. И SPF 15 мне этого тоже вполне хватает, потому что долго на солнце я времени не провожу. Буквально 2, максимум 3 часика в положенные часы, то есть с утра до 11, потом после 4. И это вот, ну, буквально 2-3 тюбиков нам всей семье хватает на сезон. Я очень рекомендую брать средства, не экономьте на защите, потому что последствия могут быть самые неприятные. Серия Eco Beauty. Ну, это просто красота, естественность, натуральность. И, конечно же, маска, которая у меня заканчивается. Маска, конечно, не дешевая, но она очень мощная, она обновляющая. Это натуральная розовая глина,
которая богата и микроэлементами, и минералами. Она шикарно ухаживает за кожей. Еще у нее очень необычный цвет. То есть, если вы видите, у нее такой розоватый цвет, а когда она высыхает, она такая красивая. То есть она не просто очищает кожу и регулирует обменные процессы, разглаживает эпидермис, сияние придает и способствует питанию кожи. То, что нам необходимо. Хотя бы раз в недельку нужно делать. То есть масочка закончилась, будем выписывать новую. Я брала себе полностью всю серию Эко Бьюти, но сейчас она у меня закончилась и осталось только масло. Маслом я пользуюсь не так часто. Хочу сразу обратить внимание, какой богатый дизайн. Очень эстетично, очень красиво. На каждом флаконе разный цветок, разная травка используется в составе. И это масло, я его в основном использую для массажа. Или когда я чувствую, что кожа прям подсохла. Вот я недавно загорала, хотя я использовала крем, но все равно солнце, оно очень беспощадное, я так скажу. И сделав такую масочку масляную, я разгладила просто подушечками пальцем кожу по массажным линиям, эффект шикарный. То есть кожа сразу восстановилась, заблестела вся, засияла. То есть прям и аромат просто, обалденный аромат. Масло питательное. Вообще вся серия особенно подойдет тем, кто больше к вегетарианству склоняется и так далее. Далее у нас серии идут для молодой кожи Pure Skin. Здесь и скраб, очищающая маска, отшелушивающий гель-скраб для умывания и матирующий крем-флюид. Следующая серия Avios, тоже полный комплекс и очищение, тонизирование, и есть крем, только один. И гель для лица огурец. Кстати, обратите внимание, объем небольшой, 30 мл. Очень удобная упаковочка, чтобы носить с собой. Можно использовать как крем для лица. И стоит всего 69 рублей. Приятная цена. Но здесь я не буду долго останавливаться на этой страничке. Просто обратите внимание, есть кое-где места, где указаны скидки. Тоже какие-то полезные вещи можно приобрести. Добрались мы с вами до самого вкусного раздела, это wellness раздел. У нас есть коктейли, протеиновый комплекс. Можно приобрести любой аксессуар сейчас, куртку или вот такую шикарную бутылочку спортивную при заказе любого продукта серии wellness. Wellness у нас богат и витаминами, антиоксидантами. Для детей есть два продукта шикарных. Отдельно можно приобретать витамины, если вы не хотите брать такой целый комплекс, а хотите, например, только пропить омегу или только астаксантин или витаминки, да, можно покупать все по отдельности. Есть шикарный укрепляющий комплекс, нутрикомплекс для волос и ногтей, то есть у него целевое назначение. И, конечно же, вкуснейшие батончики. Супчики рекомендую на лето, очень такой легкий перекус, здоровый. Летом мне особенно нравится спаржевый суп. Кстати, недавно дарила папе коробку спаржевого супа, и вот была в гостях, он говорит: «Лильчика, суп шикарный, а спаржу ее так трудно выращивать, она мало где растет, это такой дорогой, ценный продукт. Если можно, я бы с удовольствием еще бы захотел бы такой супчик покушать». Я говорю: «Папа, никаких вопросов, будет тебе супчик». Далее у нас тени. Таких теней у меня нет, к сожалению, показать вам не смогу. Очень блестящие, рассыпчатые. Такие, вот можете посмотреть на макияж модели. Использовался сияющий лаванда оттенок. Достаточно, да, достойно просто. Очень эффектно. И снова туши. И снова туши. Я вам готова показать вот такую тушь. Щеточку. То есть вот у меня была вот такая вот щеточка. Она была желтенькая, да, но со временем она прокрасилась. Я просто вставила в тушь. Как раз была объемная тушь для ресниц, она уже высохла. И приходит эта щеточка в специальном прозрачном контейнере. Ее можно также сейчас помыть и использовать в любой другой туши, потому что вы можете выбрать себе либо просто какую-то оригинальную щеточку попробовать, либо есть у вас любимая, вот как у меня. Я люблю такие щеточки пластиковые, но иногда выписываю себе тушь, а она мне, кисточка не подходит, как, например, вот в этом случае. Я такие кисточки слишком большие, пушистые, не очень люблю.
А такая самая, то, что нужно. И для меня это была прям палочка-выручалочка. И мне понравился колпачок такой стильный, необычный, очень классно смотрится. Тушь у нас здесь объемная, и одна из моих любимых тушей многофункциональная 5 в одном. Я вам покажу ее в красном дизайне, но кисточка та же самая. Вот она кисточка, это уникальная щеточка, которой просто нет аналогов в мире. Она необыкновенно здорово прокрашивает реснички, подкручивает, удлиняет, то есть ну, делает просто волшебство, чудеса. Дальше двигаемся. У нас с вами вот так вставочка, и показана здесь на модели тушь и щеточка. И эта тушь достойна внимания особенного, тоже сейчас свою покажу. И упаковка очень красивая. Обратите внимание, какая маленькая щеточка, тоненькая, малюсенькая. Кажется, как ей можно накрасить ресницы. Шикарно. Но большая фишка этой туши в том, что она термостойкая, и она смывается только теплой водой, и она не размазывается по лицу, она просто снимается аккуратными частичками, не оставляя темных кругов. Великолепно подходит для любительниц поплавать в бассейне, в море, в реке. Кто любит попадать под дождь без зонтика, это вам будет палочка-выручалочка. Рекомендую брать, потому что есть специальная цена. А мы с вами посмотрим, что есть во вставочке спецпредложения. Шикарная сияющая пудра в шариках. Это тоже лайфхак, да, хайлайтеры, они очень модные, популярные, но эта пудра за счет разноцветных шариков, посмотрите, здесь есть сиреневые, желтые, зеленые, розовые, кажется, такие страшные оттенки, как это может быть, но при смешивании они дают шикарную коррекцию лицу, то есть они преломляют цвет, и вот все искажения на лице, которые есть, они выравниваются, то есть кожа становится холеная, красивая и помолодевшая. Прикольные тени в шариках, подводка Giordani, кисточка. Кстати, есть у меня точно такая кисточка, но у меня почему-то поменялся цвет одной части, может быть, что-то лежало. Так вот, она у меня даже сломалась немножко. Вот, как она работает. То есть кисточка прячется вовнутрь. Конечно, сама щетинка, вот этот ворс, он необыкновенно классный. Очень удобно с собой переносить, потому что можно просто закрыть. Она у меня чуть-чуть сломалась, надо ее подремонтировать. Вот так вот мы закрываем, колпачок накрываем. Все, у нас спряталась. Это в ремонт. Поняла, почему я ей теперь не пользуюсь. Она просто сломалась. Так, здесь у нас представлена жидкая лаковая помада. Помада мусс. У меня есть несколько помад. Вот, кстати, есть мусс. Нет, это не он. Вот они, жидкие помады. Покажу вам, какие у них шикарные цвета. Они настолько красиво лежат на губах. Тоже одни из моих любимых. У меня один цвет такой прям приятный розовый, один очень экстравагантный. Я ей, конечно, пользуюсь редко, потому что она обязывает сделать такой прям сиренево-фиолетовый макияж и одежду. То есть ее вот просто так вот не накрасишь. Посмотрите, какие богатые оттенки. Что могу сказать про эту помаду? Это тоже любовь с первого взгляда. Вот если мы говорим, да, о том, что нравится, не нравится, это мне очень нравится. И я всем рекомендую. Далее у нас есть тени-карандаш для век. Кстати, очень красивый цвет, бронзовый. Ну, черный это стандарт, а вот бронзовый, он такой золотистый. Прям можно делать красивые макияжи. Есть тени для век, Кайл, выкручивающие. Лайки, трафареты. Здесь вы внимательно все посмотрите, хорошие распродажи. И есть у меня в наличии такой карандашик, чтобы вы знали, как это выглядит и как это работает. То есть, вот такой интересный цвет. Посмотрите. Такой бодрый летний солнечный цвет, и можно красить как тени, сделать как стрелку, внизу глаза подвести. Очень мягкий, то есть тени ложатся прям на раз-два, мягенький такой сияющий цвет. А здесь у нас два цвета, тауп, это будет такой серо-кофейный оттенок, и фисташковый. Вот, у меня как раз фисташковый. Здесь у нас всякие блески для дизайна ногтей, силиконовый очищающий диск для лица. Кстати, вот после того, как я попробовала вот этот диск силиконовый,
Я понимаю, что если у человека нет денег купить вот этот SkinPro новинку, ну хотя бы вот этот диск, он действительно очень круто отшелушивает мертвую кожу. Поэтому попробуйте, хотя бы, да, начните вот с такого. Шикарная кисточка Экобуки, прям вот у нее реально такие красные ворсинки, очень красивая кисть, она такая маленькая. И набор спонжей для макияжа. Стильно, ярко. Я дочке такой наборчик дарила, ей очень понравился. Здесь у нас много-много разнообразных кремиков для рук. Крем для тела, пена для ванн, дезодорант, мыло. Продолжается для волос всякие аксессуары, детская серия, мочалочки. Не буду долго останавливаться. Шикарная бижутерия, шарфики. Я очень люблю аксессуары наши. Вот я вам покажу такую сумочку, приготовила ее. У меня дочка с ней ходит вообще без скиду, вот такая вот сумка. У меня она практически прям новенькая, а дочка с ней ходит каждый день, она просто от нее в восторге. Такая вот пухленькая, хорошенькая, удобная сумка, стильно так сделана, вот это по бокам смотрится, она классно. Сначала я думала, что ее нужно подо что-то там подбирать, не совсем оденешь. Но на самом деле подходит практически подо все. Здесь тоже коробочки, аксессуары, сумочки. Кстати, смотрю на сумочку Тильда, и очень она мне интересна. Тоже посмотрите, сумочки из пайеток, они вообще сейчас очень модные. И я так понимаю, что она как раз вот пайетковая такая. Это вы сами посмотрите. Вот, рекомендую. Кстати, у нас он, по-моему, закончился. Я недавно подарила подруге комплект. Это пена для ванны, ее можно использовать как гель для душа. И к ней же идет такой лосьон переливающийся. Очень ей понравилось. То есть аромат шампанского, он просто чудесный. Вот просто чудесный. Что у нас дальше? Карандаши для губ. Сейчас покажу вам свои карандашики. У меня их много, но я вот 3 штучки вам приготовила. Хочу показать качество, как они вот ложатся. Вот легкое прикосновение, все, цвет сразу же наносится. Ой, у нас тут погром. Много косметики не бывает, как говорится. А вот такой оттенок. Интересный оттенок. Это, наверное, у меня нежный коралловый. И еще один. Еще такой нюдовый цвет. Самый светлый, это бежевая роза. Вот на самом деле он такой прям, ох, какой нюдовый, красивый. Шикарные карандаши. Единственное, что у них маленький объем, но почему-то их очень все равно надолго хватает. Не знаю, почему так хватает надолго. На этой страничке у нас что интересно еще? Оттеночный бальзам «Хамелеон» для губ. У меня его нет, но вещь очень интересная. Косметичка, такой органайзер, очень удобный. И помада «Энергоблеск». Я ими раньше очень активно пользовалась. У меня один цвет в остаточках остался, потом все раздала. Посмотрите, как все переливается. Это просто бомба. То есть такие мельчайшие частички, они губы все сияют, особенно на солнце. Это просто бомба. Вот просто бомба. Я рекомендую. Чудесный аромат. Такой свежий. Свежий для меня какой-то арбузный аромат. Далее хайлайтер. Тоже я его прям полюбила. Сейчас покажу, какой он клевый. Маленькую капельку. Видите, какой он розовенький. Какой он чудесный. 30 мл хватит, мне кажется, на всю жизнь. Потому что я вот им пользуюсь. О, даже незаметно, что он убывает. Смотрите, как сияет кожа. Какое естественное, богатое сияние на лице. И кожа вот реально выглядит моложе. Далее у нас идут лаки с ароматом манго. Мы пробовали эти лаки в бизнес-центре у нас. Да, действительно пахнет приятно, когда люди рядом красят таким лаком. Нет ни таких вот отпугивающих ароматов. Так, что у меня есть из этой серии? Ничего, но я задумалась о том, что я хочу розовые румяна, потому что у меня их нет. У меня есть естественное сияние в шариках, у меня есть бронзовые, а у меня нет розовых. А иногда так хочется чего-то нежненького, нежнятинки такой розовенькой. Вот выбираю или коралловый, или розовый обязательно себе возьму. Такие помады я не беру. Они очень популярные, их очень любят мои клиенты, заказывают буквально пачками по 3-4 штуки. У меня мама ими любит пользоваться. Они шикарно увлажняют губы, но я люблю помады, вот, ну, чтобы вот дизайн был побогаче. То есть мне даже вот сам факт, что вот помада шикарно выглядит, уже очень многое значит для меня.
Так, здесь я даже останавливаться не буду, потому что здесь так много всего. Вау, какое шикарное предложение. Уникальная щеточка от Giordani Gold всего за 299 рублей при заказе любого продукта. То есть вы можете взять сколько угодно. Например, заказали две туши такие, значит, у вас должно быть хотя бы два кусочка мыла. Тогда тушь пройдет по спеццене. Далее у нас, ох, не взяла у дочки. У дочки есть вот такое темное слива. И она мне сказала: мама, я даже не думала, что когда-то в жизни кто-то выпустит такую шикарную помаду. Вот, пока только у нее есть такая помада. Из этой серии, честно говоря, их у меня вот так много. Я вам покажу. Вот три помады у меня, по-моему, все из этой серии как раз. Какие у меня есть оттенки. Так, вот как раз здесь золотистый медный цвет попался. И я сегодня ей как раз красилась. Следующий оттенок у нас уже идет. Это код 64 на конце. Так, это не из этой серии, извините. И 49-й, это классический розовый. Вот он, как раз, прям новенькая. То есть видите, что все равно бумага немножечко искажает, но цвета очень классные, рекомендую. Такая упаковка богатая, с такой помадой и в пир, и в мир, как говорите, на любой праздник. И лежит она классной, губы увлажняет, просто чудо. Смотрите, какие скидки, 50%, супер. Так, далее, на что здесь спецпредложение? На компактные румяна. Вот как раз про них я и говорила. Бронзовое сияние, у меня сейчас такие румяны, а в шариках у меня естественное сияние. На этой страничке у нас представлена антивозрастная основа эликсир, тоже чудесная основа под тональные средства. И стойкая минеральная тональная основа. Есть антивозрастная в серии Giordani и минеральная. У них похожи флакончики, но обратите внимание, да, вот на название. То есть, если вы хотите антивозрастную, значит, нужно будет подождать. Это конкретно минеральная. Но мне они обе нравятся. У меня есть такой пинцет. Классный пинцет. Он стоит этих денег, он действительно шикарно декорирован и приходит в футлярчике в красивом золотистом, который у меня не облез, хотя уже ему года два точно. И добрались до моего любимого раздела, это аксессуары. Конечно же, у меня нет всех аксессуаров, которые есть в Oriflame, но у меня их достаточно много. И два комплекта, которые поразили просто мое воображение. И как бы я себе не говорила: Лиля, остановись, хватит. Ну как можно остановиться и не взять эту красоту? Скажите мне. И я выбрала себе два комплекта. Такой маковый и в форме крылышек стрекозки. Я вам покажу вот по одной сережке и по ожерельям. Посмотрите, какое чудо. Ну как это можно не взять? Конечно, это настолько украшает наряд. И, как видите, да, этот подходит под холодную гамму, этот под теплую. Я очень часто в этом году ношу, особенно вот этот комплект, очень часто он мне подходит под половину моего гардероба, и это не остается незамеченным, потому что мне столько комплиментов не говорили уже давно. Все обращают внимание на эти комплекты. Так, убираем их в сторону. Здесь очень шикарное кимоно, которое можно носить не только по дому. Сейчас очень модно кимоно в городском стиле. То есть выходим в город, кимоношные такие красивые, масса вариантов, сумочек, коврик, пляжный. Кстати, вот такой есть, но я его не приготовила. Я вам покажу свою сумочку. Вода. Чудо-сумка, смотрите, как она прикольно делается. Ее можно сделать зеленую, можно сделать черную, то есть под наряд. Она на удобной ручке с цепочкой. И на плече, вот мне понравилось, что сделали кожу, потому что когда цепочка лежит на плече, это очень неприятно, и такие сумки я не ношу. А внутри просто пространство, никаких кармашков, но тут такое пространство огромное, что мне кажется, у меня входит не все, что я ношу обычно в большой сумке. Шикарное, просто шикарное. Так, далее. Очень много бижутерии, аксессуаров, глаза разбегаются, подбирайте на свой вкус. И, пожалуй, мы посмотрим с вами лидера. Это парфюм «Лидер», 519 рублей всего. Достойный аромат, очень достойный. Мы взяли Миш, смотрите, у него потихонечку, да, но у него три аромата, и это тоже уходит. Мне он понравился.
считаю, такой мужественный, приятный аромат. То есть он древесный, поэтому кто любит древесные ароматы, welcome. Тут и лаванда, и красный кедр, то есть все, все есть. Про мужские ароматы много говорить не буду, потому что их надо все-таки пробовать. И ароматов очень много, можно подобрать на самый дерзкий, изысканный вкус. Но покажу вам уход, потому что уход для мужчины очень важен. Сейчас идет такая тенденция, что мужчины ухаживают за собой. Они спрашивают кремы для глаз, как им убрать сухость, сузить поры. И, конечно же, мы взяли Мише серию Novage целиком в такой брутальный дизайн, так богато, дорого это все выглядит, то здесь есть очищение, кстати, такого интересного цвета, с углем, поэтому, видите, вот он серого цвета, тоже чудесный аромат, сыворотка, крем и крем для глаз. Сейчас вам покажу, какой дозатор в креме, тоже как в женском коллагене с металлическим шариком. Миша доволен, я тоже довольна, как Миша пахнет и выглядит. И это, я считаю, шикарный подарок для мужчины, который может сделать себе сам, или любящая девушка может ему подарить. Обязательно обратите внимание на подарочный набор, шикарный такой упаковки, красивый. Сюда входит дезодорант и тонизирующий шампунь для волос и тела. И есть еще один аксессуар, который я вам готова показать. Это вот такие очки. Очень стильные, очень круто выглядят. Мы их, в общем-то, брать не планировали, но потом я увидела на одном знакомом такие очки и поняла, что нам тоже такие нужны для Миши. И он, кстати, очень ими доволен, сказал, что цветопередача потрясающая, очень чисто и удобно, потому что он и за рулем, и на велосипеде всегда в этих очках. Пошли у нас парфюмы. Но я буду говорить только о тех, которые сама обожаю. И вы видите, что тоже один из парфюмов, который практически я закончила, и я его очень ценю и люблю, и прям вот экономлю, потому что я его действительно люблю. Но я редко повторно заказываю ароматы, потому что выходит очень много новых, и все хочется попробовать. Но вот этот аромат, он достоин повторного заказа, он очень классный. Так, нам кто-то тут пришел, гости убираем. Это Paradise Amazin. Amazin. Очень. Я даже не могу слов подобрать, насколько он мне нравится. Тут, конечно, состав такой замысловатый, вы можете сами почитать, но он бесподобен, просто классный, крутой аромат. Так, у нас будет новинка, какая-то туалетная вода, нужно будет обязательно взять пробник, потому что посмотрите, какой состав. Такого состава у нас еще не было, это черная фиалка, аккорд женственная кожа, очень интересно, и апельсин, надо пробовать. Далее у нас парфюм Люсия, он уже был, прекрасные ароматы серии Эльвия, которые не забываются, то есть шикарные ароматы, все подборка волшебная. И очень здорово то, что есть ароматы в маленьких вариантах, то есть всего по 8 мл, вот для того, чтобы брать с собой в дорогу и освежить аромат. Там можно брать большой флакончик и к нему брать сразу маленький, потому что маленький будете носить с собой в сумочке. Ароматов огромное количество, конечно. Супер краска для волос. Мой цвет темно-коричневый 3.0, если вам интересно. Так, уход за волосами, шампунь. Очень шикарная серия, профессиональная. Она отрабатывает свое полностью на 100%. Здесь у нас завершается уже каталог, прям пошло все тело, уход за телом, аксессуары, мочалочки, органайзер, кстати, очень красивый органайзер, дезодоранты, кто любит спреи, пожалуйста, я люблю шариковые, чуть позже покажу. Серия для ухода за телом, это сахарный скраб, скраб для рук, для лица, это дневной ночной крем, и есть маленькие варианты, шампунь и кондиционер, ну, в дорогу брать с собой очень удобно. Кстати, тоже приготовила. Боже, как я люблю эту серию. Мне вот нравятся сами бутылочки. Я покажу один вариант. Потому что у меня, в принципе, очень много есть из этой коллекции. Сейчас как раз кондиционером пользуемся вот из этой серии. Брала, пробовала шампунь для окрашенных волос и кондиционер. Тоже очень понравился. Но мне подходят все серии по уходу за волосами. И профессиональные, и непрофессиональные. Я считаю, что они все достойны. По уходу за телом кокосовая вода и дыня.
это что-то, этот аромат, ну, по крайней мере, для меня, он самый вкусный, самый взрывной. И вот лосьон для тела, мы уже открыли третий флакончик, он просто бесподобен. Мыло мы измылили уже 2 или 3 кусочка, и гель вот открыли второй флакон. Очень классный. Какой запах, такое просто чудо. Для того, чтобы наши ножки были гладенькие, да, из зоны бикини, есть гель для бритья, специальные классные бритвенные станочки одноразовые. Для интимной гигиены есть все, начиная от гелей, специальный спрей-дезодорант и салфеточки. Детская серия, у нас здесь специально мыло в поисках Дори, и вышла новинка, бальзам для губ Мини Маус с клубничным ароматом. Возьму себе в первую очередь, как раз у меня заканчиваются бальзамы, а клубнику я люблю больше всего. Далее, здесь много-много всего и всего маленького. Есть кое-что со скидочками, не пропустите эту страничку. Смотрите, для мужчин. И очень популярное мыло отшелушивающее здесь есть. И кремы. Прям буквально недавно закончился у меня Giordani Gold Essence. Мой любимый аромат, но он больше подходит на прохладное время года. Но крем я использовала сейчас, потому что у него более легкий аромат, чем у парфюма. А баночки такие я не выкидываю, я их мою и или себе оставляю, или маме отдаю, потому что в них можно все хранить. У меня мама не хранит пуговки какие-то, ну какую-то мелочевку, чтобы это не рассыпалось, не было россыпью, а было все в порядке. Можно бусинки, кто занимается хендмейдом, то есть используйте эти баночки, потому что удобно, потому что они прозрачные, и в них можно все положить и все видеть. Я ее не выкинула. Дезодоранты. Вот как раз есть мужской Glacier и женский мой любимый Хэппидизиак. Ой, а его здесь как раз нет, но в такой же упаковке. Мне нравится этот аромат Хэппидизиак. Я его очень люблю, особенно сейчас летом. И это как раз тот аромат, который я беру повторно, потому что он очень нравится Мише. Дейзики такие, ну, они обычные. Здесь шарик. Шарик катается. У меня лежал, поэтому чуть-чуть вытек. Прекрасная цена дезодоранта. Шикарные зубные пасты. У меня Миша принес все пасты из ванной. Травяная здесь не представлена. Но вот эти две как раз здесь есть. Уже заканчиваются. Я всегда открываю все пасты сразу. И кто какую любит, какую хочет сейчас, то и пользуется. И вот моя любимая щеточка для зубов. Именно в сиреневой упаковке. Она не слишком мягкая, она не жесткая. То есть у нее средняя такая жесткость. Приятно, тут прямо написано средняя жесткость, и цвет мне нравится. Вкусняшки-няшки. Это гель французский Прованс. Тоже чудесный аромат. Если у вас будет бумажный каталог, то можно просто потереть и понюхать. Кофе, серия с кофе. Тоже мне очень нравится. Кубинские ритмы, аромат кофе просто вот разливается по всей квартире. А здесь у нас вышли такие, ну, мне кажется, это новинки, но здесь не написано, что это новинки. Хотя я их почему-то не помню. С чем это аромат? Озера Новой Зеландии. Это мужской гель. А еще есть озера Новой Зеландии. Наверное, это женский. Или они оба мужские. Так, загадка. Здесь прям написано мужской гель, а здесь просто гель для душа. Ну, значит, это для всех, а это только для мужчин. И никто другой его трогать не будет. Да, прям написано, это для него. Так, далее. И вот вышла новая коллекция, которую можно прям потереть. И я это сделаю срочно. Вот, я закажу обязательно. Потому что я обожаю манго. Я люблю сок манго, я люблю фрукт манго. Но, к сожалению, в России невозможно купить манго. Но здесь в составе еще и папайя, и арбуз. И аромат получается просто настолько изысканный, вкусный. Как будто бы я просто перенеслась в Таиланд и балдею. Хочется его съесть. И завершает каталог. Это всегда на последней страничке у нас что-то необыкновенное. И, конечно же, необыкновенный гель-кондиционер для ресниц. Где он у меня? Он у меня в ванной. Пользуюсь им постоянно. Не всегда на брови, но вот для ресниц я его всегда использую. Потому что реснички, они беспощадно меняются, могут поломаться, могут, да, там стрессировать и так далее.
И очень люблю вот эти бальзамчики для губ. Они стали еще и с цветом. Если раньше был просто прозрачный, но сейчас добавился розовый, естественно, розовый оттенок. Они просто шикарные, всего за 149 рублей. Это великолепная, роскошная цена, да, такой витаминный уход за ресницами и губами. Вот посмотрели мы с вами такой шикарный каталог. Я сама вдохновилась на покупке. И вам желаю тоже вкусных, классных покупок, чтобы продукция, которую вы себе выписываете, не просто стояла у вас на полочках, а вы ей пользовались, и она вам приносила классные результаты. До встречи в новых видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием с вами пообщаюсь. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!